Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители! 25 сентября на блошином рынке, сделанном в СССР, проходил аукцион. Если вы не видели первую часть, то советую посмотреть. Аукцион проводил президент Союза коллекционеров России Архипов Валерий Анатольевич. И в конце видео вы увидите фрагмент аукциона на блошином рынке «Ретро», который проходил там 2 года тому назад. И вел его также Валерий Анатольевич. И даже увидите, что я там выиграла. Ну, а теперь давайте посмотрим то, что было 25 сентября. Бутылка 2,5 литра. 2,5 литра. Это кто выпускал? Петр Первый выпускал, потом повторили уже на гусь хрустальном, уже более, намного позже. И так вот такая вот бутылка, 2,5 литра, можно наливать все, можно крюшон, можно коньяк. Осторожно, ну, пробка. Кто на что учился, да. Итак, бутылка 50 рублей. Галерка, они там заняты продажей, ладно, 50 рублей. Никто не хочет бутылку. 550, 650, 700, 750, 800, 800, 800, 850, 900, 950, 1000, 1000 рублей, 1100, 1100, 1200, 1300, 1300 раз, 1400, 1500 раз. 1600. Очарование. 1600, 16 номер. 1700. 1700. Раз. 1700. Два. 1800. Не сдается. 16 номер. 1800. Хороший, раз. Хороший. 1900. 1900. Раз. Да. 1900. Два. А 2000. Не знаю, для чего. После 2000 у нас идет 500 рублей шаг. Я тоже знаю, что было. 2000. Раз. Ну, 2000. Два. 2000. Три. Продано. Спасибо. Спасибо. Что случилось? Простенькая ваза, которую можно недорого взять. Итак, 50. 300. 300 рублей, чтобы уже никто не торговался. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Продано. Пятый. Так, кто у нас взял соусник? Вот еще остался из этого же комплекта чай. Это чайный. Да нет, по-моему, он может... А, это, кстати, это кофейный. Это же у нас... Это может быть кофейный. Это у нас Шлегельмильх Оскар. Ну вот из этого комплекта, извиняюсь. Да, это из другого, но тоже ГДР. Тоже в прекрасном состоянии. Почему говорю? Потому что, опять же, позолота не потерта по краешку. И совершенно целик. Я уже держу. Итак, кофейник. Кофейник. Я держу. А, Мария... Четвертый номер, 50 рублей. Итак, 50 рублей. Раз. 50 рублей. 100 рублей. 100. 150. 150 рублей. Раз. 150 рублей. Два. 200 рублей. 200 рублей. 250. Дядя, ты даешь? 250 рублей. Раз. 250 рублей. Два. 300 рублей. 350. 350, 350, 400 рублей, 450, 450 раз, 500 рублей, 500, 550, 600, 600 рублей детская. Раз, 600 рублей, 2, 650, 700, 700 рублей раз, 700 рублей, 2, 700 рублей, 3 продано. Номер какой? Который пилит сидит. Итак, ну вот эта вот цинковая сверху крышечка, все как положено, пивная, но маленькая. Зато все на ней все целенькое, все не побитое, в идеальном состоянии. Где-то, я думаю, 60-х годов. Итак, кружка для пива. Все-таки еще читабельно совершенно, на ней нормально надпись, и, ну, она чуть-чуть, конечно, помятая. Но все равно это абрикосовская революционная царская коробка из-под Монпансье, я так думаю. Итак, коробочка.
50 рублей. 50 рублей. Раз. 100 рублей. 100 рублей. Раз. Опа. 150. Новый товарищ у нас включился. 150 рублей. Раз. 150 рублей. Два. 200 рублей. 250. 200. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Тейзер. Так. А вот теперь у нас будут подъемники. Это, короче, смотрите, кто любитель кофе, это турка, тоже совершенно не пользованная, потому что и тыльная сторона, на которую ставят на плиту, и внутренняя сторона, конечно, все чистенькие. Она, и как положено, а? Она медная, да, и внутри, как и положено, кофейной турке. Производство Армения. Производство Армения. Армения? Да. Производство Армения. Они совершенно в идеальном состоянии. Они не такие старые, совершенно не пользованные, но будут в вашем, скажем так, в вашем пользовании. Очень приятно из них пить коньячок. А, любите коньячок. Итак, 6 бокалов. Гусь Хрусталь. Уже никто не возьмет. 6 бокалов. 50 рублей. Сосед из отдела ковров дает 50 рублей за 6 бокалов. По 10 рублей бокал. По 8. А, любитель коньяка теперь 100 рублей. 100 рублей. Раз. 100 рублей. Два. 100 рублей. Три. Продано. На какой машине, я же не знаю. Ты выйдешь, да. Ты кричи, маши там, топай. Да. Сколько? 150 рублей. 200 рублей. 250, 300 рублей, 350, 400 рублей, 400 рублей, раз, 400, 1000 рублей дает человек, 1000 рублей, раз, 1000 рублей, два, 1000 рублей, три, продано с номер 15 с надписью «Россия». И в конце сюрприз от Валерия. Разыгрывался олимпийский мишка из его личной коллекции. По ходу ее движения следующая цифра будет выигрышной, да. А давайте нецелованного кого-нибудь пригласим. А вот, девушка, идите сюда. О, и ты здесь. Здорово. Иди, крутани. Евгения. Нецелованного нам надо. Да, Женя, давай. Вот, очень крутани. Какой номер? 17. Какой следующий? 25. 22. У кого меньше есть между 17 и 22? 22. 21. О! Меньше есть? Нет. Между 17 и 17 номер. Так все уже. Давайте поздравим человека. Я из своей коллекции, дубль у меня есть, олимпийского мишки. Вот такого вот. Поздравляем, поздравляем. Тезку мне даете. Я тоже мишка. Номерок. Да, номерок можно сдать. Ребята, вам все купленные ваши вещи, вот вам упакуют, рассчитайтесь. Так, когда следующий аукцион? Конечно. У нас Мария Великотная самая покупабельная оказалась. Да. Спасибо, всего доброго. Они предложили. Самовар, чайник. А, может быть, она какая-то дорогая, не знаю, попалась. Вот здесь даже есть клеймо. А тут дракон, нет, наверное, не очень. Она старая. Но я хочу вам сказать, что если на нее посмотреть... Мне, кстати, розетка. На просвет, видите, какая она интересная? Да, это шикарно. Итак, 100 рублей, машите резче. 100 рублей, 200 рублей.
200 рублей. Девятый номер. 200 рублей. Раз. 300 рублей. Так, вы не опускаете? 400 рублей. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 500 рублей. 20 номер. Включился в борьбу. 500 рублей. Раз. 500 рублей. Два. Шикарная чашка с просветом. 600 рублей. Правильно я сказал? 600 рублей. Раз. 700. 700, кто больше, кто больше. Чашечка, просметы там и там, и там. Итак, 700 рублей. Раз, 700 рублей. Два, 700 рублей. Три. Шикарная чашечка, 20 номер. Книга о вкусной и здоровой пище. Какой 50? Смотри, какая рвая шикарная. 50 какие-то. Вот здесь вот. Расклад а по, может быть 40 даже. По этим самым, по продуктам. Какой это какой год? Какой? Ну кто? Давайте, кто угадает? 56-й. 7-й. Опа. А вот мне был год в этом году. 66-й. 62-й. О, прекрасно. Свеженькая. Свеженькая, да, конечно. Ну, значит, мы тоже свеженькие. Итак, книга о вкусной и здоровой пище. А... Начальная цена 100 рублей. 100 рублей. 100 рублей берет девушка вот в первом ряду, 22 номер. 100 рублей. Раз. 100 рублей. Два. 200 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Номерочек там 16. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Продана книжка 62 года. Молодцы. 16. Да, книжка хорошая. О, а вот такой вот керамический берете? Чайник за совершенно целенький, с цветочками, ну, ручная роспись. Ну, а вот за милый, много а? Стоит? Кто? Ну, почти, Беларусь. Твоя родина, да. Не знаю, слушай, не знаю. Наверное, Украина. Ну, как бы то ни было, вот он есть чайник. Итак, 100 рублей. Берем 100 рублей, 33-й, наши чудесные блогерши решили купить этот чайник за 100 рублей, может его кто-то и перебьет. Итак, 100 рублей, опа, 21-й номер пошел, 200 рублей, 200 рублей, он коварный, он не первый раз. 200 рублей, 300 рублей, 20-й номер, 300 рублей, 300 рублей, 2, 300 рублей, 400 рублей, 500 рублей, ничего себе, серьезная заявка. Итак, 500 рублей шикарный чайник, которым, кстати, долго хранится кипяток в горячем состоянии, потому что он керамический. Называется и... доливной. Совершенно верно. Доливной чайник. Все они знают. А итак, 500 рублей. Раз. 500 рублей. Два. 500 рублей. Три. Друзья, сейчас мы с вами виртуально находимся на моей даче. Посуду, которая украшает эти полки, я купила на блошиных рынках. И большую часть на барахолке в Александрове. Ну, а вот и чайник, который я купила на аукционе 2 года тому назад. Видео о моих покупках вы увидите в следующий раз. И благодарю вас за то, что были со мной. Желаю вам удачи, здоровья и мирного неба над головой. До встречи!